Здорово, безбашенные давакинцы! И это продолжение вашей самой любимой рубрики «Что будет, если в Скайриме?». Вы меня просили, чтобы я сделал видос на тему «Что будет, если убить всех жертв по контракту на зиму еще до получения этого самого контракта?». Ну, это такое стандартное начало «Темного братства», если вдруг кто не помнит. Ну что ж, в моем дневнике сейчас висит квест поговорить с Назиром, чтобы он мне, собственно, дал эти контракты, но мы туда не пойдем. Первым делом я отправлюсь убить Энодия Папия. Папия! Который находится неподалеку от Виндхельма. И пока я туда двигаюсь, я вас хочу попросить поставить лайк под этим видео и написать в комментариях, какое видео вы бы хотели посмотреть еще. Не забывайте подписываться и ставить колокольчики на все оповещения. Также здесь проходят трансляции каждый день в 16:00 по московскому времени, так что сегодня всех жду на трансляции. Да! Ну что ж, Папия у нас кончился, и let's go теперь к Бейтильд, которая находится в Данстаре. Быстренько чикаем ее из лука и отправляемся сразу же за последним челиком в Айварстед к нищему по имени Нарфи. И через пару мгновений пожилое солнышко Нарфи было также устранено. Самое время возвращаться к Назиру КСТА. Хозяйка шахты, когда выполнишь эти задания, может, найду для тебя еще что-то. И на этом моменте, когда ты получаешь все контракты, происходит небольшой диссонанс Скайрима. И как только ты получаешь квест, он сразу же автоматически выполняется, и ты мгновенно можешь забрать награду. Что ж, конечно, жалко, что так получилось, не оказалось никаких дополнительных фраз, ни какого-либо другого поворота. Обидненько, обидно. Хотя, кстати, многие говорили и предполагали то, что эти NPC отспаунятся заново, и я, ну, просто должен был проверить, но нет, заново они не респаунятся. Поэтому я вам крайне рекомендую, если будете собираться проходить Темное Братство и по пути будете возле этих NPC, вы можете сделать небольшой вклад в будущее и сэкономить себе немного времени. Ну, шо ж. А это было видео о том, что будет, если убить всех целей Назира до получения контракта. Всем огромнейшее спасибо на просмотр. Приходите на стримы обязательно в 16:00 по московскому времени. Каждый день все это дело проходится. Подписывайтесь на канал, поддержите видео лайком и до скорых и добрых встреч. Пока!